Привет всем, друзья! Мы продолжаем нашу погоню. В прошлой серии мы почти схватили поросенка принца, но ему удалось улизнуть от нас в самый последний момент. Зато мы догнали его банду, которая украла у нас волшебную наковальню. Настало время вернуть свою. Верно, но сначала поставьте лайк, а мы помчимся в бой. Ну что, грязнули зеленые, ваш принц вас бросил. Отдавайте нашу наковальню по-хорошему, и мы мирно разойдемся. Фигушки, попробуйте ее у нас отобрать. Как скажешь, пятачок самоуверенный. Бой! Поросята, дадим ему отпор. Ой, опять у них какое-то колдовство. А я, пожалуй, лучше желтого ударю. Чак, я сейчас подраню самого невредимого, а ты добей их молнией. Договорились. А ну-ка, улыбочку, сейчас вылетит птичка. Эх, чуть-чуть не хватило. Может, отдадим ему эту наковальню? Все равно мы ей даже и пользоваться-то не умеем. Поздно спохватились, хрюкалки сопливые. Добиваю последнего, получай. Ура, наковальня снова наша. Вот она, нужно вернуть ее к гнезду. Видишь, они идут по пятам. Живо тащи меня в крепость. Тяжело, мама. Ну вот мы и вернули первый артефакт. Может, кстати, воспользоваться наковальней? Ага, сейчас я себе оружие прокачаю. Гляди, думаю, свиняки оценят эту вилку. Пойдем опробуем ее на ком-нибудь покрупнее. О, кажется, вот этот хряк самое то. Гляди, какой здоровенный и злой. Что тут за тель, окорочками наделанный? Давненько не получали по своим клювам. Какой дерзкий, отведай-ка мое новое оружие. Сейчас я тоже ему задам. Хотя нет, давай по старой схеме заколдую тебе контр-атакующую ауру. Вы думали, я куплюсь на это? Я не хочу получить контр-удар. Смотри, какой умный. Ну тогда получай разряд. Присоединяюсь. Аура все-то действует. Еще подожду. Ну что же, простофиля, мы же так победим его совсем без борьбы. Ладно, мне это надоело. Получи красный рук. Ох, а этот бугай действительно больно бьет. Но и мы не подарок. Получай! Не могу понять, у тебя снова аура или ее больше нет? А я не могу понять, он такой глупый или он просто трус? Но это и не важно. Сейчас я ему покажу, что значит разозлённый Рэд. Есть, победа! Погнали дальше. Что ты там будешь? Ощерим! Ой, смотрите, что тут у нас? Бабочки, с меня хватит! Стой, Торос! Как ты смеешь меня бросать? Что нужно делать самому? Ну что, Чак, этот негодяй забрался в их первую башню. Начнем осаду. Пожалуй, мы этим займемся в следующей серии. А сегодня мы еще успеем отбить у свиней наш второй артефакт. Волшебный котел. Согласен. Вот он наш котел, стоит родименький. Эй, хрюкалы, отдадите по-хорошему или тоже будете драться? Ну тогда начинаем. Получай! Теперь наша очередь. Давайте все на красного. Как скажешь? Ой, больно же. Я лучше для этого. Ай-яй, опять ударил. Ну что, понравилась вам аура, Рена? Сейчас я тебе такую же наколдую. Давайте продолжим бить красного, только в серии из исключения. Давай-давай! Ой, и мне досталось! Ай-яй! Кажется, от вашей банды уже ничего не осталось. Только этот в красной повязке держится, но это ненадолго. Ну, что я и говорил, сам себя же и выпилил. Победа! Хороший был сегодня денек. Вернули наковальню и котел. Ага, и принца уже прижучили в крепости. В следующей серии точно его настигнем. Ну а на сегодня все. Кому понравилось, ставь по лайку. Пока!